управление криптовалютным капиталом от швейцарского банка. Частный банк «Фалькон» предлагает клиентам соответствующий процесс для размещения средств от доходов, полученных при торговле криптовалютами. Теперь существующие новые клиенты могут конвертировать в фиатную валюту капитал, полученный из криптоактивов. Банк утверждает, что применяет адекватную осмотрительность с использованием конкретных инструментов для анализа транзакций на блокчейне и проверяет клиентов согласно законодательству против отмывания денег. Аудитор банка PricewaterhouseCoopers рассмотрел и одобрил этот процесс, а швейцарский регулирующий орган FINMA подписал соглашение, по которому клиенты могут обменять и использовать биткоин через Falcon. В фойе штаб-квартиры банка в Цюрихе уже установлен биткоин-банкомат.